За работой. Обваривает кардан. Так, все уже почти готово. Ну да, сегодня тронемся, наверное. А чё, мосты-то задние-то чего мост? Вазовские классики. А передний? Вазовские. Ну, обрезан, как Нивовский. Ага. Редуктор. Ну как, я погазуй? Что-то у меня насос. Все, батя трактор дособирал, колеса поставили. Испытал уже, да? На болото ездил. Расскажи, папа, в чем у него преимущество над трехколесным каракатом? А? Хорошо сидеть, хорошо ехать. Мягко, да? Мягко. Еще что? Проходимость по болоту. Ну, проходимость, я думаю, его не выше. Выше, думаешь? Просто колеса надо заменить, они гладкие. Ну, такие же, наперед такие же поставить, да? Но у тебя никаких блокировок нету, да? Ничего пока нету. Не знаю. Ну как он по болоту идет? По болоту, по сырому месту мы сначала его пихали, толкали. Но потом догадались вставать сюда вдвоем. И газ, и он идет потихонечку. А-а-а. Но колеса заменить, сначала колеса заменить. Вид пока не презентабельный, но это все. Ну так мягко, да? Не так трясет, как... Мягко. Передняя подвеска вообще отлично. Задняя раскачивает немножко. Пробила пару раз. Ага. Маневренный. Скорость 19 километров, но не на полном газу по болоту. Что еще? Управляемость отличная. Ну, короче, тебе он больше понравился, чем трехколесный, да? Конечно. Люфта, рейка болтается, стяги болтаются, но это все поправимо. А мне так трехколесный нравится, но он его собрался продавать. Вид мы все делаем. Ну давай, заводи. О, заводить это. Что, долго? Тут что-то, блядь, груша хреновая. Ну это первый выезд у тебя был, да? Еще ничего не доведен до ума. Конечно, ты же сомневался даже, что я приеду. Это мы поехали по болотам. Я думал, у вас точно что-нибудь сломается. 28 километров по болотам. Чисто по болотам. В кубе. 54 километра всего проехали. Туда-сюда обратно, да? По полюсу, да, и по болотам 14 обратно. Оставляли даже мне навигатор, чтобы мало ли что. Ну, ты сомневался, так я сомневался. Ну так-то и сосед сомневался. Сосед не сомневался. Не сомневался? Нет, разве можно во мне сомневаться? Давай, заводи. Оборотов. Надо. Я смотрел русский карбюратор на него. Но на Буране он у меня нормально работал. Не знаю, что. На кол у тебя стоял долго, да, двигатель без дела? Оборотов прибавь. Давай, проедься, а потом меня прокати, я сниму от первого лица. Ну прогревай.
Недалеко только! Тормози! Не глуши, не глуши только мотор. Давай, короче, туда. Вот тут у дома, тут у домарки, туда вниз. И вот в эту гору поднимется. Я боюсь еще там, в эту гору. Не-не-не-не-не, не бойся. Тормоза плохо работают, да? Ну, не вот, давай, да. Сейчас мы туда. Не-не-не, давай вот не в эту гору-то, а здесь. Сразу у домарки поворачивай. Налево. Давай, багги. Я хочу, чтобы у магазина там в эту крутую заехать. А? С берега. Я вот в эту зашел гору. На нем. А, или можешь вот так вот, и... а у магазина, думаешь, не зайдет? Страшно? Ну, вы поехали. Побольше только экшена. Драйва, драйва побольше. Главное, чтобы, блядь, телефон не вылетел. Сейчас говорю, где пятая, я забыл, я на пятой ездил. Да он и... Я какую-то включал, ездил, я же на ней тут все и ездил. На одной передаче. Так а он на пятый-то в гору заедет? Там перекрышки. Рокин задний, туда что ли? Пробуй. Нет, это маленькая какая-то передача. Давай я только там у горы спрыгну, я сниму, как в гору заезжаю. Грязью закидывает. Стой, стой, стой. Сейчас я сниму, как ты в гору заезжаешь. Давай, пошел. Ну давай на четвертой. Сиденье да промокли. Ну, короче, год еще доделывать, да, будешь? Нет, доделаем. Сейчас пока отдохну, так поедем. Ну, крылышки сделай, чтобы не теряло. Вид-то надо сделать хороший. Может быть, двигатель перенесу, потому что по ходу разрисовка назад большеватая. Ну, ванна это тяжелая очень. Надо... Ну, это ведь... Алюминий, да, там? Алюминий сделаю. Собрал, и мы сразу поехали. Ну да. Я так-то на нем ездил, так нормально, он прикольно. Он шустрый.
Да, он быстрый. Что, хорошо, передачу надо переключать лишний раз с вариатором. Ну его опять настроить, мне еще подсказали, что близко ремни, а я сделал, и застряли. Надо поднимать двигатель, ставить, подкладывать. Ты хочешь вообще вариатор убрать, да? Не знаю, но пока у меня ничего, я бы хотел убрать, конечно. Ну так-то с ним лучше, на самом деле, ехать-то приятней. Ну да, все, переключился один раз, одну передачу включил и все. Я тут включил, и у Некрасова, считай, до Некрасова доехал, в гору в эту заехал. Да. Вообще не привлекался. Так же по лесу. Вот. Я не знаю, надо посмотреть на ручки. Вот. Я это включаю, это на четвертое, наверное. И все, больше ничего не надо. Она вариатор. Ну ладно, что? Да делай же. Ушак куда-то что-то вынести, закапотировать все. Сиденье удобное, мне нравится. Только они сырые. Вот то сырое.